Друзья, всем привет, с вами Капанда, сегодня играем в Roblox симулятор пчеловода. Кто любит мед? Конечно, пчелы и медведи. А я Капанда, я медведь, я люблю мед тоже. В общем, у нас есть такие соты, куда мы можем вставлять наших пчелок. Я уже купил 4 штуки, вот они мои красавчики, вот она и еще 2 штучки. Сюда мы будем приносить нашу пыльцу, побежали, что-нибудь пособираем. А еще у нас есть такая копалка. Какие-то грабли. Там есть мишка, у него можно брать квесты. Вот так вот идем, вот так вот и собираем пыльцу. Можно собирать пыльцу как клацать по этим цветочкам. Видите, бэм-бэм-бэм, они все ниже. Короче, очень сильно похоже на симулятор снегоуборщиков. А еще также приносят нам пыльцу и наши пчелочки. Вот они хорошие мои. Собирают. Давайте. У них еще у каждого там есть свои всякого рода способности. Где вот они есть, вот видите. У меня 2 основных пчелы. Одна Brave, храбрая пчелочка. И еще какая-то у меня есть. Где она? Вот. Lion Bee. Короче, пчела лев. Прикольно. Вот у каждого у них там есть энергия, скорость, там атака и еще всяких кученька способностей. Так, еще у нас есть типа квесты. Смотрите. Вот есть медведь, который машет нам лапой своей, и он выдает нам квесты, типа, мол, давайте с ним поговорим, ба-ба-ба-ба-ба. Он говорит, нам нужно собрать на 1000, как его, 1000 пыльцы, типа, мол, с каждого цвета. Вот видите, красный, синий, желтый, когда мы по ним клацаем, они вылазят. Вот там 2, например, на красненьких, 2 синеньких и 1 беленькая, это то есть ни о чем. А, нет, маленько не то я сказал. Это, смотрите, это с разных полей, он говорит. Вот я сейчас здесь буду с красного собирать. Вот у нас красные они копятся. Это раньше были до этого квеста, где надо было просто определенного цвета собрать. А здесь у нас мужая коробка нас нападает. Ну-ка, давайте захлобучим. Ну-ка, давай. Маленькая противника есть. Вот они. Здесь у нас копится 635. Бенчик. Всё, 679. Давайте их накопим. Так, самое главное то, что наша пыльца собирается вот в этот здоровый мешок. 750 туда влазит. Мы сейчас его отнесем и нам дадут денежку. Сколько у меня денег? Денег у меня 1000. Ой, мало так. Мало денег. Давайте, пчелки, трудитесь, мои хорошие. Вот они освобождают мой рюкзак и складывают пыльцу в эти соты. Вон, у кого-то там уже вообще куча их. Я такой нубасик пока еще. Я поиграл-то только для начала, только глянул. Во, все. Все, 0-0. Давайте выполним этот квест все-таки. Пойдем вот здесь. Ой, да кого тут выполним? У меня еще вот даже... Это только Mushroom Field. Еще Clever Field и Flower Field. Короче, с 3 полей надо по 1000 собрать. Обалдеть. Ладно, давайте хотя бы тут насобираем. О, бонус вывалился. Бывает еще такие бонусы вываливаются. Ой, что-то я не успел взять-то его. Бывает, пчелы находят бонус, там либо дополнительный еще пыльца цветков, либо, ну, еще всякие там денежки, прибалютки. О, давайте сейчас взорвется, кстати, бум. Далее куча пыльцы. Пыльца — это хорошо, пыльцу мы сдаем, и за это нам получается... Во, мы, кстати, выполнили квест, все, 1000 есть, давайте побежим на другое поле. Где-нибудь пособираем на другом поле, давайте вон туда наверх. А, мне, кстати, надо освободить мой рюкзак. Рюкзак-то полный. Нет, ничего не полный. Давайте маленько здесь насобираем. Вот так вот. А вот здесь, кстати, можно покупать наши яйца. Из этих яиц рандомом вываливаются какие-то пчелки. Я сейчас не помню, сколько уже. Я сейчас гляну, сколько стоит у меня. Они постоянно дорожают. Чем больше у тебя пчел, тем дороже становится. Давайте, разгружайте, мои хорошие. Вот они. Вот, разгружайте, миленькие мои. Блин, они такие клевенькие, смотри, как они трудятся. А, как они клево трудятся-то, а? Вот. Конечно, я бы хотел все здесь заставить, все соты. Куча было бы пчел, было бы офигенно. Так, давайте глянем. Так, у меня 2400, почти 2500, а стоит, по-моему, около 5000. 6700 стоит следующее яйцо купить. У меня денег столько нету. Где столько денег-то взять, я не знаю. Денег-то нету. Ладно, бог с ним, побежали наверх. У меня есть такая копалка. А вон там магазин. Там, кстати, можно апгрейживать наш рюкзак. Нашу бочку. И апгрейживать эти палки. Ну, не палки, какие-то лопаты, с помощью которых мы добываем нашу пыльцу. Давайте наверх. Залезем наверх и вот здесь.
Вот там кто-то какой-то крутой, смотрите наверху. Ой, мамочки, они сейчас здесь жуки меня сожрут. Ну-ка, пошла отсюда. Нехорошая, нехорошая. И здесь еще какой-то жук здоровый. Так. Все, вроде забодал двоих. А, смотрите, он там наверху прыгает. У него там куча пчел. Так, сколько у меня? 220. 230. Надо 1000 собрать. Обалдежки, это очень долго. Бега, сколько у чувака пчел. У него еще какой-то крутой рюкзак. Мамочки, здоровенный. И лопата клевая. Ну ничего, у нас тоже все будет. Тоже накопим. Так, я практически... Нет, не практически, 400. Ладно, давайте мы маленечко ускоримся. Ну, я почти набрал 1000. Есть, все. Я со всех троих полей собрал всю пыльцу. Чтобы нам зря не бегать к этому медведю, давайте я сейчас наберу еще рюкзачок свой, 750. Отнесем его и сходим к медведю за наградой. Интересно, что он нам даст? И следующий квест. Наверное, там будет куча, уже надо будет пыльцы собрать. Это мои хорошенькие трудятся, и лев мой. Это львиная пчела, я ее назвал львиная пчела. Это как вообще будет Симба, как мультик Король Лев, Симба мой. Симбочка, давай, работай хорошо. Так, а мне что осталось? Почти мы набили наш рюкзак. Давай, 750, все, готово. Ребелку уберем пока, побежали. О, тяжелый рюкзачок. А, еще я хотел забежать все-таки при этом в магазин. Показать вам, что в магазине продается. Сейчас мы разгрузим наш рюкзак, сходим к медведю и потом сходим в магазин. Может, что-нибудь купим, кстати. Сколько у меня денег? 4500. Ой, не так много. Давайте, мои хорошие. О, разгружайте. Вот они трудятся. Трудяги мои, пчелочки. Вот мой рой хороший какой. Мало, конечно, всего 4 пока. Ну, ничего, Москва не сразу строилась. Потом накопим на побольше и все заполним. Если терпения, конечно, не хватит. Так, давайте, все, 3 штучки, 2 штучки, 1, последняя, все, побежали сдавать квест. Мы собрали по 1000 каждой пыльцы с каждого поля. Ну что, давай, Мишка. О, невероятно, он собрал, бла-бла-бла. О, мне дали, что ли, этот? Точно, мне дали Silver Egg. Короче, серебряное яйцо. Блин, что-то туплю. Так. 4000 теперь нужно собрать. Карл, 4000, офигеть. С бамбукового какого-то поля. Ладно, давайте, конечно, распакуем наше яичко. Глянем, что там у нас лежит. Какая пчелка, что нам выпадет? Ой, да. Давайте. Ее ставим куда? Чтобы в кучке они были. Вот сюда. Бенчик. Ого, какой-то Хости Би. Короче, это Хасти Би, короче, какая-то быстрая пчела. Быстренькая пчелка. Она, кстати, имеет ранг Rare, редкая. Это прикольно. Ну что, давайте бегаем. А, вот, смотрите, она что ли выкинула эту штучку. Где-то что-то было. Короче, она, видимо, периодически спавнит у нас такие как бы бонусы, с помощью которых мы будем быстрее бегать. Ах, блин, какие они клевенькие, а, пчелки. Вот она, бенчик. Вот ее взял и быстрее побежал. Ну, чуть-чуть, не особо быстрее. Так, а я хотел посмотреть, где нам что-то насобирать. Нам нужно какое-то бамбуковое поле. Кстати, я теперь могу пройти вот сюда. Тут же, видите, куча всяких ограничений. Туда я не могу пройти. Там вот пушка есть, тоже наверх не могу пройти и так далее. Но теперь я смогу сюда пройти. У меня есть 5 пчел. Бенчик, есть, меня пропустили. Мамочки, паук, ну-ка, нахлобучим ему, нахлобучим. Он еще и прыгает, что ли? Иди отсюда. Давай. Ой, мамочки, он меня убил. Обалдешки.
Он меня просто зарубил. Ладно, куда я хотел? Я хотел сбегать к этому. Я хотел сбегать в наш магазинчик, короче. А где пчелки-то мои? Давайте. А, не там. Пока сейчас прилетят. Ладно, давайте распаковывать. У меня что там осталось? 44 я всего насобирал, мамочки. Мало так. Вот они, мои хорошие. Давайте. 44 быстро разгрузим. И у меня 5300. Давайте глянем, что я могу купить. За 5300. А может накопить еще на пчелу на одну надо было? Не, 6700 что-то не хочу копить. Ну, если там сейчас все тут будет в магазине дорогое, то я куплю еще одно яйцо. Так. Вот. Наша бочка. Это стоит 5500. А, маленько не хватает. На 3500 будет влазить туда пыльцы. Есть за 22000. На 10000. Так, у меня вот эта вот гребелка. Это стоит 6000. Угу, прикольно. Здоровый, здоровый какой-то магнит. Ладно, побежали, надо накопить маленько денег нам, чтобы купить новую лопату. 6000 нужно. Давайте наберем полный рюкзак, сдадим его, и мне, думаю, как раз хватит. Давай, вот так вот, хорошо. Вот здесь, не, пошлите вот на это поле. Здесь красных побольше цветочков. А, вот так вот, хорошо. Вот здесь маленько пофарим. Эй, боже, коробка, уйди отсюда. Кстати, я хотел пойти тому этому, пауку надо отомстить будет. Но мы попозже сбегаем. Сейчас наберем полный рюкзак. О, бонус, это хорошо. А что у нас, кстати, не спавнится этот? Ускорение от нашей шустрой пчелы. Где наша шустрая пчела? Шустряк, ты где, мой хорошенький? Вот же он. О, вот как раз и спавнил. Бэйнчик, побежали. Ха-ха, прикольно. Так, что у нас там? Почти 500. Осталось еще 250 набрать. О, там опять был бонус, я не успел взять. Плюшку не успел взять. Давай. Наберем сейчас. Сколько там осталось? Бэйнчик, еще один. Соточку еще набрать. О, бонус. Бэйнчик, здоровый. Все, побежали. Как раз взяли ускорение, побежали. Сейчас мы сдадим, сколько у нас интересно будет. А, как раз 6000, это хорошо. Пчелочки мои, где они? Вон они хорошенькие. Давай. Таскайте. Вот. Вот они мои хорошие. Вот они мои хорошие, трудятся. Пчелки-трудяги. Давай. 250. 50. Нолик. Все. И как раз у меня 6100. Обалдеть. Круто, давайте купим. За 6000 там магнит этот. 6000 магнит. Покупаем. Бэм. Побежали, глянем. О, нифига себе, как он клевый. Ну-ка. Давайте затестим его. Бэнчик. Ого, сколько он. Сколько много. Он, короче, большими клетками сразу фигачит, да? Тот на 3 вперед бомбил, а этот сразу же на 9 клеток. 3 на 3, да, получается? Прикольно. Он, короче, будет быстро набирать наш рюкзак. И надо будет, наверное, тоже и рюкзак потом купить. Тем более он там даже дешевле, чем 6000 стоит. Но это надо будет нафармить. Так, я хотел пойти попробовать нахлобучить этому пауку, который меня тогда убил. Так, давайте сейчас мы это сдадим всем, пока у нас полный он. И добежим до паука. Эй, паук, ты где? Вон он заспавнится через 18 минут. Короче, его кто-то убил. Обалдешки. Ладно. Павел, моя ленька здесь. Давайте прокачаемся. О, какая здоровая клубника есть. Мамочки, я бы хотел ее сдракать. Здоровая клубника, это очень здорово. Ну-ка, наверху что? Ага, туда надо вообще 15 яиц, чтобы пробраться. Ага, ладно, будем тогда мстить божьим коровкам. Раз божья коровка, два. Че вы налетели-то на меня? Дикари. Все. Ай, все, она от меня забодала. Мамочки, все растерял. Все свое добро. Ладно, друзья, в принципе, вот такой прикольный симулятор. Я в него еще, наверное, поиграю. Запишу пару серий. Хочу здесь побольше пчелок зафигачить, чтобы больше они приносили. Быстрее собирали. Все, друзья, с вами был Капанда. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.